Еще насос закреплю на лонжероне, находится между фильтром тонкой очистки и ТНВД, помогает подкачивать топливо. То есть здесь с выхода фильтра идет трубка на вход насоса. Параллельно насосу стоит обратный клапан, в случае чего, если откажет насос, чтобы топливо еще могло здесь идти. Выхода насоса по этой трубке идет на вход ТНВД. По электрике подключен через реле вот это вот. Сигнал на включение реле берется из электромагнитного клапана ТНВД. Когда включаем зажигание, начинает работать насос. Эту массу здесь закрепил. И плюс уберем от аккумулятора основной сигнал, который идет на насос. То есть заметно, как изменились обороты холостого хода. Намного увереннее работает с насосом.